как она на втором этаже, вот она кричит, буянит, на пятом этаже слышно. Даже с детьми вот невозможно спать, дети просыпаются ночью. Жители 19 квартир этого подъезда живут в постоянном напряжении. Больше 3 лет по соседству с ними живет психически нездоровая женщина. По словам людей, сосуществование с ней не просто дискомфортно, а временами даже опасно. Ночами весь подъезд не спит. Она стучит дверями. Она открывает дверь и бросает мусор на площадку, банки. А если кто-то в это время спускается или поднимается, это же страшно очень. Все время звонит по ночам. Лично мне. Где-то с 23 начинается, до 6 утра, она звонит, речь кричащая и ненормативная лексика. Тяжелым предметом колотят по дверям, по стенам, потому что дом хрущевка. Без конца этот шум, гам, каждую ночь. И так 3-4 года. Жители подъезда уже не удивляются тому, что в любое время суток к ним без повода могут съехаться экипажи спецслужб. Вызывает их нездоровая соседка. Для того, чтобы добиться ее госпитализации, соседи организуют целую спецоперацию. Дежурят у дверных глазков, дабы поймать тот момент, когда женщина открывает дверь своей квартиры. Мы всегда следили, чтобы ее поймать, вызвать скорую, и чтобы ее увезли. И вот один раз сын ее выследил, она только вышла. Скорая пока приехал, пока что, все-таки сын дверь удержал. Зашли, ее увезли. Ну что, она опять обратно же пришла, ее не положили в больницу. Вы что ко мне ловитесь? Вы что туда это ловитесь? Родственники женщины много лет живут в Москве. По их словам, переезжать к ним она категорически отказывается. Связь они поддерживают по телефону, однако полную картину ее состояния на расстоянии получить невозможно. Она уже, наверное, месяца два. И мне кажется, ухудшается вот ситуация. Было бы хорошо, если бы она еще месяц, там полтора, она полежала. Как объяснили в полиции, эта история им знакома. Добровольно участкового в квартиру она не пускает, а взламывать ее дверь без решения суда полицейские не имеют права. Сотрудниками полиции совместно с органами здравоохранения в целях предупреждения совершения ею преступлений и административных правонарушений на постоянной основе ведется наблюдение за женщиной, так как она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Граждане имеют полное право обратиться как устно, по телефону. По телефону обычно обращают в скорую помощь, самый простой вариант скорую помощь. Вызывают там врачи-психиатры скорой медицинской психиатрической помощи, и они выезжают. Также могут к нам, конечно, можно прийти непосредственно вот в эти 2 диспансерно-поликлинических отделения обратиться устно, но, как правило, чаще пишут письменные обращения. Сегодня соседи приняли решение составить коллективное обращение в Министерство здравоохранения. Они надеются, что по результатам его рассмотрения беспокойную соседку поместят в стационар. Светлана Белова, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».